Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна, я волонтер. Мы сейчас разместили на Фейсбуке и Вайбере нашу группу. Все желающие и нуждающие могут обратиться к нам. Мы привозим на дом продукты, вещи, кому нужно. И материальная помощь, если кто-то может оказать, мы будем только рады, потому что на сегодняшний день оказалось очень много пожилых людей нуждаются в помощи людей со стороны. Мы являемся организацией «Волонтеры Бельцы COVID-19». Нас можно найти в Фейсбуке. А также вы можете позвонить по номеру телефона 067-46-14-38. Нам дали ваш адрес, мы волонтеры. Вы Татьяна? Да. Мы пришли оказать помощь для нуждающихся, когда сейчас тяжело нам, коронавирус, поэтому решили привезти вот то, что мог, собрал. Можно к вам пройти? Мы сейчас пришли по адресу Мирчичел Батрын 25, принесли пожилой женщине-инвалиду, госпоже Татьяне, продукты. К вам пришел добрый волшебник. Это хорошо. Это временка. Вот сюда можете. Опа. Там есть мясо, компоты. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья, что вы заботитесь о таких, как мы. Баночки, если захотите, приедете, возьмете. Это вам? Нам, да. Скажите, да, спасибо. Как вы живете? Ничего, потихонечку. Тяжело, но... А пенсия живете? Есть? Пенсия у меня 530 лет. Ну, скажите, как можно жить? Это нереально на такую сумму жить. Ну, выживаю. Кто-то потихоньку помогает, нет? Дочка немножко помогает. Угу. Дочка, сестра. А сколько вам лет? Мне 65. Потихоньку. Вот таких условиях люди живут, и о них никто ничего не знает. Кому мы, старики, вы меня извините, нужны? Мы были нужны, пока мы были молодые, здоровые. Вот тогда мы были нужны. А сейчас попробуй выживеть. Сколько иногда вот идешь и смотришь. Ну, такая старушка, старенькая. Или ножки волочит. Хоть сама не имею. А ну, молчи! Хоть сама не имею, ну... Хоть что-то могу, да, хоть что-то. Внучка, внук есть. Ну, они еще, внук учится, внучка учится. Дочка в той зоне, где самое-самое тяжелое. Италии. Но она не приезжала? Нет, она не приезжала и не приедет, она не хочет заразить детей, поэтому она и не приезжает. Ну, значит, есть у нас и сознательные граждане, которые вот, не приезжают. И не только это, но потому что нужно их одевать, обувать, отец оставил, не живет с нами. И вот пришлось ей самой ехать детей поднимать на ноги.
Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам большое, девочки. Дай Бог вам здоровья. Какая ситуация на сегодняшний день? Может быть. Все может быть. Дай Бог вам здоровья большое. Спасибо. Огромное спасибо. Все, здоровья вам. До свидания. Также. До свидания.